Здравствуйте, дорогие друзья! Это канал «Дача в Германии» и с вами я, Тома Фогт. Хотела показать вам, мои подписчики, свою беседку. Мы сегодня, ну, можно сказать, уже доделали. Я еще раз покрасила там все. Зашили заднюю стеночку, которая рядом с забором. Вот, я ее покрасила пропиткой такой для дерева, потом краской. Вот здесь вот впереди тоже зашили одной доской. Вот сильно низко не стали, потому что там должен, так сказать, функционировать воздух, чтобы все продувалось, чтобы оно не сырело там и, ну, не гнило во время дождя. Вот такую вот красивую решеточку здесь на этой стороне придумал сегодня мой муж. Мы с ним сделали. Вот. Вот так вот. Эту сторону мы сделали так для того, что вот здесь вот три плетистые розы у нас посажены в кюгеле. Они будут расти, и их нужно будет к чему-то привязывать. Вот мы сделали вот такие решетки. Чтобы основная масса, конечно, видна была здесь роз. Но если плети будут длинные, мы вот сюда будем привязывать их. Там еще все сзади возле роз будет облагораживаться, выравниваться, засыпаться грунтом. Вот там еще много идей, что там можно сделать. Но будем пробовать, смотреть, как будет интересней. Я хотела и гортензии в ведрах туда поставить. Вот. И хотела своих вот этих деток с ведрами каменных. Вот. Посмотрим, что будет лучше. А здесь по бокам хотела поставить у входа две гортензии в ведрах. Они будут цвести. Я так думаю, очень хорошо будет украшать эту зону. Вот. И будет очень хорошо все. Завтра буду заниматься вот этой мебелью своей. Буду шкурить. Сначала буду красить чугун вот этот черный цвет. А потом вот этот дощечки эти буду зачищать все. И буду перекрашивать в белый цвет. И потом они будут стоять там. Вот, я так думаю, два вот эти стула и стол. Вот, вот этот стол муж будет менять эти все деревяшки. Потому что они уже пришли в негодность. Они такие... Все уже. На улице стоит эта мебель и, конечно же, портится. Поэтому кое-что будем менять. Ну, а в основном вроде так подделали. Хотели здесь из камня положить вот эти вот зигзаги каменные. Но положили, они как-то не очень там хорошо эстетично смотрятся. Вот такие вот. И решили, как все сделаем в беседке. Здесь добавить землю или, ну, немножко граблями ее сделать бороздки и посеять травку. Вот везде здесь на газончике, чтобы здесь молоденькая вот уже всходит. Вот. А там мы, конечно, работаем, ходим. Естественно, там ничего не может расти сейчас. Вот попробуем. Но это место у нас всегда такое почему-то. Здесь и листья падают с этого клена. Вот, зимой они лежат здесь, и, ну, и те, которые последние опадают, невозможно все до единого листика убрать, и поэтому немножко подпревает это место, не знаю, что-нибудь, может, придумаем. Первая розочка расцвела, вы посмотрите, какая красавица. Цветочек точно, как у чайно-гибридной, но это плетистая, она 2,5 метра растет, шикарная. Это жасмина моя. И это тоже будет скоро цвести. Тоже большая, уже выше всех. Желаю всем крепкого здоровья. До свидания.